конференция посвящена профилактике онкологических заболеваний у женщин. Именно профилактике визуальных локализаций. Профилактике такого рака, который можно своевременно обнаружить в предопухолевом процессе и рак предупредить. Это рак шейки матки и рак молочной железы. Очень часто молодые женщины считают, что онкологические проблемы – это не их проблема, что это проблемы бабушек, проблемы пожилых женщин. И поэтому они считают, что в молодости этого не бывает. Но, как, к сожалению, показывает время и опыт гинекологов, рак шейки матки сейчас очень омолодился. И даже в 29, в 30 лет, когда женщина только строит планы, планирует еще первую беременность, как вы знаете, сейчас очень многие откладывают процесс деторождения, когда она уже как бы остепенится, завоюет какой-то авторитет в обществе, а потом будет планировать ребенка. То есть до 30 лет практически мало кто планирует первую беременность. То к этому возрасту, к сожалению, уже накапливается ряд серьезных проблем, в том числе и онкологических заболеваний. И нужно сказать, что вот касаясь вопроса рака шейки матки, тоже очень многие женщины не уделяют внимания вопросам профилактики. Мы сегодня будем акцентировать внимание на вредных факторах, таком как никотинокурение. Казалось бы, какая связь? Вот, курить сигарету, а потом развивается злокачественный процесс. Оказывается, связь абсолютно прямая идет здесь. И нет более вредного фактора для молодой женщины, для ее именно репродуктивного здоровья, как эти выкуренные сигареты. Это действительно колоссальный бизнес никотинокурения, но для женщин, для подростков, у которых еще не сформировались репродуктивные органы, это, можно сказать, заведомо внедряется яд в организм, который изменяет полностью и гормональную функцию этой женщины и делает ее восприимчивой таким факторам, которые вызывают онкологические заболевания, как вирус папилломы человека. Сейчас уже доказано, что рак шейки матки вызывается именно онкогенными штаммами вируса папилломы человека. И передается этот вирус при половых контактах. И чем больше на протяжении жизни у женщин этих сексуальных контактов, тем выше риск инфицироваться этим вирусом папилломы человека. Еще более утягощает момент, если эта женщина курит. В этот момент вирус становится очень агрессивным. Он разрушает клетки в эпителии шейки матки и из доброкачественных делает их уже или предопухолевыми, или уже злокачественными. Поэтому вот на эти моменты мы будем и обращать внимание сегодня на конференции.